мы продолжаем. Не роскошь, а дань уважения. Победитель олимпийского турнира по дзюдо весовой категории до 81 килограмма Хасан Халмурзаев и его тренер Юнус Адзоев получили новенькие автомобили от главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Напомню, что Халмурзаев выиграл золото Рио 9 августа, победив в решающей схватке американца Трэвиса Стивенса. 22-летний дзюдоист четвертый в истории представитель ингушского народа, ставший олимпийским чемпионом. Помимо «Мерседеса» от Евкурова, Халмурзаев получит новую квартиру в столице Ингушетии. Этот подарок олимпионику сделает градоначальник Беслан Цичоев. Мы решили по его возвращении из Рио-де-Жанейро подарить нашему олимпийцу квартиру в Магасе. Это не просто его победа. Это победа всей страны, всего российского спорта. Он прославил нашу страну. На общероссийском уровне прославил республику.